глава ЛВПР это мой нелогизм. Я проповедую радикальный исламский альбинизм. Мой рэп это вечный fuck the police. Но если че я это в шутку, извините. Я бухаю и курю, верчу мейт на хую. Ваше мейт кафе говно, я это гарантирую. Мне кстати похуй, в смысле похау. Мне настолько похуй, что рифмы будет похуй. Я нигилист, атеист и вообще крутой очень. Если не верите, то идите вы нахуй короче. Кстати, этот альбом вообще топовый. Если не верите, то идите в жопу, блин. У меня есть косичка, это значит я лисичка. Николас пидорас, не пиши мне в личку. Сестричку ебу, ведь я вебу. Обзовешь аниме, поедешь домой в гробу. Бу, страшно? Бойся меня, пидор. Я круче русских рэперов, ведь не читаю твиттер. Если я берусь за член, значит мне приятно. Я погрузился в аниме и не хочу обратно. Чечня это круто, но я выберу Наруто. Он стал Хокаге и вообще буряты рулит. Если доебешься до моих слов, то я извинюсь. Противопоставь мне еще хоть что-то. Сраный петух, я роняю слюни, сперму и говно. И запад, у меня в закладках хентай, гроздессер и трапы. От меня идет божественный несвежий запах. Ты хочешь меня разъебать? Сначала посмотри 100 тайлов. Я роняю слюни, сперму и говно. И запад, у меня в закладках хентай, гроздессер и трапы. От меня идет божественный несвежий запах. Ты хочешь меня отъебать? Я в принципе не против. Еду в магазин аниме фигурок. Они смотрят на меня, как будто я лох. Еду в магазин аниме фигурок. Они отворачиваются и смеются надо мной. Еду в магазин аниме фигурок. Я потрачу все деньги на иномерей. Еду в магазин аниме фигурок. Мама, почему я девственник в 25?